Все больше семейных пар находят счастье в воспитании трех и более детей. Мы продолжаем рассказывать о многодетных семьях нашего региона в рамках рубрики, приуроченной году семьи «Большая семья. Тверская традиция». Накануне съемочная группа нашего канала побывала в гостях у семьи Бусыгиных. Многодетные родители воспитывают 11 детей. О пути к материнству многодетной мамы расскажем прямо сейчас. Юлия – медик. Она работает фельдшером отделения неотложной помощи поликлиники номер 1 БСМП. Работу свою очень любит, а пациенты любят ее. Ведь каждому она находит свой подход, что очень важно человеку, который приходит за медицинской помощью. Медицина – дело ее жизни. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится приносить какую-то пользу. Мне нравится видеть результат своей работы. Быть медиком – большой труд, не меньше воспитать 11 детей. Да-да, вы не ослышались. Юлия – многодетная мама. У нее 7 мальчиков и 4 девочки. Все дети Юлии родились в одном родильном доме. Все разные, но похожи друг на друга. Несмотря на такое количество детей, женщина не ушла из профессии. Она признается, что очень любит свою работу и не представляет жизнь иначе. Но как у многодетной мамы получается все успеть и дома, и на работе? Загадка. Каждого ребенка воспринималось все-таки как дар какой-то, а жизнь она бесценна. Никогда не рассматривалось вопросов об абортах и так далее. Каждый ребенок – это была какая-то радость, что это такое необычное, а какой же он будет, да, какой же он вырастет. И каждый ребенок особенный. У каждого свои интересы, увлечения. У некоторых свой путь и профессия. Анастасия, например, работает в полиции. Она кинолог отделения патрульно-постовой службы. При необходимости всегда готова оказать маме поддержку. Колоссальный такой труд, семья, материнство. Помогаем по-разному, помогаем готовкой, огород, там, бытовые какие-то вопросы, там, постирать, приготовить, покушать, там, позаниматься, уроки сделать с младшими. Большая семья – это не только ответственность, обязанности и ежедневные хлопоты, но и большое счастье. А глядя на такую семью, реально понимаешь, что счастье в детях.